Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех вас, тех, кто сидит в этом зале, и тех, кто смотрит нас, кто видит нас с экрана телевизора. Я имею удовольствие и честь сегодня представить своего близкого и дорогого друга, с которым мы дружим уже около 60 лет, Владимира Николаевича Байкова, известного и яркого поэта, который сегодня представляет нам свою новую книгу, которая называется «Лирические мелочи». И кроме того, я хочу к этому добавить, что он в некотором роде не один автор этой книги, а вместе с ним автором ее является, я считаю, прекрасный художник нашего академгородка, легендарная личность, человек, ну, без которого жизнь академгородка, по крайней мере, в 60-х, 70-х годов просто было представить невозможно, к сожалению, ныне покойный Юрий Ильич Кононенко, который рисунки которого стали иллюстрациями ко всем стихотворениям в этой стихотворной книге. Перед тем, как, предоставить слово Владимиру Николаевичу, я хочу несколько слов рассказать о литературном объединении Академгородка, которое создалось как бы само собой. Просто люди, жившие тогда в Академгородке, жизнь была замечательная. То есть все были молоды, энергичны, талантливы и каким-то образом мгновенно находили друг с другом, объединялись, и эти объединения потом сохранялись на многие годы и были далеко не бесплодны. Из него вышли художники. Я уже не говорю о том, что практически все были довольно известными учеными в своих областях, но кроме того, тут были и прекрасные поэты, и музыканты, и художники, и, в общем, яркие, замечательные личности. И вот одним из таких объединений, которое образовалось само собой, явилось литературное объединение, из рядов которого вышли очень многие, я бы даже сказал, замечательные, на мой взгляд и вкус, писатели и поэты. Байков, Захаров, Лёша Птицын, Володя Свиньин, ну и много-много других. И много художников замечательных, которых тоже мы все помним, знаем и некоторых из них уже, к сожалению, нет в живых, но кое-кто, видите, еще сохранился. Среди них одно из самых ярких, на мой взгляд, творческой личностью является Володя Байков. Человек, который профессиональный математик, он был в числе первых студентов Новосибирского государственного университета. Вот. И вместе с тем было замечательное такое объединение под названием «Стенгазета «Щелчок», которую выпускало сообщество под названием «БЯФ» – Байков, Янушевич, Фомичев. Вот это вот троица была. И вот в этом самом замечательном «Щелчке» я вообще некоторые отношения имел и отчасти имею до сих пор ко всякой сатирической печати, ко всякому выражению в сатирической и юмористической форме. Так вот, со всей ответственностью могу сказать, что «Щелчок», в особенности для того времени, был очень ярким, очень интересным, нетривиальным и злым изданием, хотя и издавался тиражом в один экземпляр, ну, как всякая стенгазета. Вот Владимир Николаевич Байков был одним из зачинателей этого замечательного, ядовитого, но смешного детища. Ну вот, а потом годы шли, и многие из этих
литераторов, которые поначалу были совершенно молодыми, зелеными и такими, ну, можно сказать, еще не очень окрепшими в творческом смысле, росли, развивались, у них стали выходить книги, многие из них стали очень известными. И, ну, поскольку сегодня у нас будет презентация поэтической книги Владимира Николаевича, значит, вот прежде всего хочется тут говорить именно о поэтах. Ну вот, я рад видеть здесь, в зале, своих старинных друзей, любимых мною друзей, занимавшихся занимающихся, кроме своей основной деятельности, еще и литературой, и в том числе людей, ставших профессиональными литераторами, в общем, я считаю, очень высокого уровня. Просто вот национального высокого уровня. И это вот получилось, а изначально все начиналось вот с этих маленьких росточков, с этой вот, с этого литобъединения, одним из и авторов которого был Владимир Николаевич Байков, вот который сейчас расскажет нам о своей новой книге. Спасибо. Конечно, я о Кононенко потом упомяну, но начну я с того, что была пора, когда мы издавали книги не так часто, и правило было простое, то есть что-то из уже опубликованного плюс новое. Но с годами нового становилось все меньше, а вот старого... старое накапливалось, и как-то вот оно само начинало жить своей жизнью, требовало какого-то переоформления. Значит, и в этом ряду у меня предыдущая книжка вышла аж в 2012 году. И после этого я только в прошлом году издал очередную книгу, значит, и вот эту следом. Это как бы вот из того, что я сказал, из того, что отлеживалось. Но застрельщиком в этом ряду были книги, которые, значит, мои коллеги из нашего старинного литературного содружества Академгородка. Значит, вышла книга Геннадия Марча Прошкевича. Напомни название, пожалуйста. «Большие снега». «Большие снега», да. И книга Алексея Борисовича Птицына, «Избранная», да, вот у тебя был. Вот. Значит, и я понял, что вот книги, которые мы издаем, не актуально, там, не в периодической печати и так далее, это есть своего рода мемуары. Я имею в виду лирику, потому что именно лирика, она вся вбирает сиюминутность и как бы какой-то исторический момент. И поэтому, когда ты издаешь книгу уже вот постфактум, то там открывается какая-то вот ретроспектива и жизненная, и даже местами историческая, и так далее. И этим это интересно. Но я издал вот эти две книги подряд, вот первую «Возглас», а вторую, значит, «Лирические мелочи», разделив их по двум принципам, по размеру стихотворений. Если в «Возглас» вошли стихотворения достаточно крупные, значит, то в «Лирические мелочи» вошли стихи не более 11 строк. Но там оставалось много места. И я вспомнил о своем друге Юрии Ильиче Кононенко, с которым мы несколько лет на «Ученых 8» в мастерской бок о бок года 3
значит, работали. То есть я писал, а он, ну, я писал на бумаге, а он писал на листах, на листах, на холстах и так далее. Вот. И, значит, что-то мне достался файл с его работами графическими. Я, значит, решил их по разрешению его правонаследников, так сказать, вот, их использовать. Таким образом и получилось. Но самым главным образом, что оказалось не случайным, многие стихи из этой книжки так или иначе связаны с Кононенко. Где-то позавчера я шел по Пирогово, мимо студенческих общежитий и мимо своего старого общежития Мехмата. И вспомнил, что когда-то, ну, так, это уже, ну, можно даже и посчитать, значит, 55 лет назад. 65-й. Да, ну, 65, это сколько там? 35. Да, 55 лет назад я устроил первую выставку Кононенко в Академгородке, в холле этого общежития. Правда, провисела она недолго, чуть больше двух дней, значит, и потом, значит, ее убрали. Но мы ее все равно обсудили. Вот. И тут же я вспомнил, что это было 17 число, то есть два дня назад, и это был день рождения Кононенко. Поэтому вот как-то все с Кононенко тут связано. Поэтому я вот хочу прочитать из этой книжки те стихи, которые так или иначе, ну, связаны с Кононенко. Это вот именно для того, чтобы эту связь с художником, значит, отметить и закончить. Я могу сказать следующее. Картинки не являются иллюстрациями к стихам. Они независимы. Это мы уже поняли. Вот. И так. Это вот первое стихотворение. Значит, когда мы с ним ходили по городку и кому-нибудь захаживали в гости. Вот такое творение. Ряженое. Жизнью недолгою, вечной дорогою к Золушке маленькой идут пьяные карлики, Пьеро и Арлекин, цветочек аленький несут. Ах, чтобы нежные мечты не заплутали в сказке, носите, несите Золушкам цветы и не носите маски. Ну, маски, это тут так совпало, так что маски носите. И вот еще тоже сценография. Как-то он меня ночью поднял, значит, а мы тогда с ним по соседству жили на Ильича, и поднял и говорит: старик, я работу сделал. Ну, значит, вот эту работу он, значит, принес картон там, значит, под фонарем ночью на Ильича, ее смотрели. Она на меня произвела большое впечатление. Я какое-то стихотворение там быстро написал. Значит, ну, так вот. А потом, ну, оно не стало для меня, а оно дало, вот, как говорится, толчок к созданию вот этого стихотворения. Сценография. Над моим ночником на незримой бечевке однодневки кружат у последней ночевки. Мысль упорствует, с чувством глагол сопрягая, но стоит неотступно картина другая,
что на уличной сцене янтарь моих окон видит Бог, я увяз в электрический кокон. И мгновенные взлеты души человечьей, словно бабочки, скованы в коконе речи. Раз уж про день рождения Кононенко, у тебя там есть на его рождение. Ну как, нет, ну подожди, я же читаю последовательно, то есть так как они в книжке находятся. А на его рождение, да, там есть такое. Есть, сейчас будет. Вот. Ну а это вот стихотворение, которое я ему посвятил, написанное в Москве. В окне от пахмури осенний студень, наплывы света бликами дробятся на стеклах от разрывов туч и листьев, болтающихся на худых ветвях. На улице вписалось в акварель заката то дерево из облака и мачты, торчащей на ступеньке горизонта. Алло, алло, представь себе, дружище, ни комната, ни будка таксофона, я сам для цветноперых чувств аквариум. И еще однажды я к нему уже в Москве пришел, значит, на кухне там я сел, и что-то там я ему, я говорю, знаешь, вот тут какая-то мне пришла там, строчки пришли, я ему их прочитал, он говорит, старик, запиши. Ну, я его записал. Значит, а дальше была статья о нем в декоративном искусстве, и там его какие-то высказывания были. И он там это стихотворение процитировал. «Вне нас Бога нет, и в нас Бога нет. В душе низги, так о чем речь? Позови других и сотвори горение. Камешков соударение может зажечь пламя. Без нас Бога нет, Он искра между нами». Ну и вот стихотворение, тоже связанное с ним, это «Чары Грузии», когда он меня позвал помочь ему устроить персональную выставку в Тбилиси. Ну, я в Тбилиси до этого не бывал, и в Грузии вообще, то есть на меня там какое-то впечатление это произвело. То есть все там встречали нас, там куда-то водили, еще что-то там, всякие пиры и прочее. Прекрасны красивые лица, и некрасивые, и симпатичные, а другие красоты Тбилиси хмельному мне безразличны. Неуместность простите мне, Гоги и Ризо. Я не с вами, я с Кэти, Нано и Нино. Юных женщин изменчивый горизонт или просто лукаво старое вино. Ну, это уже просто Кононенко посвященная. Поутру из утробы он явился на свет. Для того, может, чтобы крикнуть Богу «Привет!». Ну вот, это все, что я, значит, связанного с Кононенко хотел сказать. Ну, а что касается, тут вот я что-то может почитать из этой книги, какие-то стихи. Если хочешь, почитай. То есть моим друзьям будет свои это. Свои любимые почитать. А? Свои любимые почитать. Ну, а я не любимый, я тут вот отметил такие, которые как бы лирические, потому что тут много всяких иронизмов. Вот, а это, как говорится, особая статья. А вот, ну, например,
самое раннее стихотворение. 59-го года. Я еще в школе учился. Ну, вот а осенью поступил в университет. Ноктюрн, фонари. Из потемок осыпаясь, вьются снега звездочки. Со столбов заулыбались, засияли мордочки. И всегда, когда так хмуры, городские феврали, просыпаются лемуры, золотые фонари. А это уже университет, 60-й год. Ноктюрн над снегом. Звезды высыпали густо, невысоко от снегов, и затенькали от хруста неожиданных шагов. Шумная компания дышит постепеннее, белое дыхание, внутреннее пение. Декабрь. Всю ночь ревел голодный зоопарк, слоны трубили, волки люто выли, кусты кормушки, ясли, кладовые, куда-то и смотритель запропал. Когда же в классах окна проявили, и ночью встала из-за парт, тогда уже и клетки опустели, и даже тех с рассветом не нашли. Что ж, ночь ушла, и вместе с ней ушли и голоса звериные метели. Ликует птаха и полощет в горле отраду лета, где-то здесь, в кустах. Сбегаешь ты на берег с крутогорья, и осыпается песок в следах. Вот все примрет, едва лишь платье складком упасть у ног, лишь тронуть ветвь в руке, над долгим и испуг споркнет и кратким, а я божок приречный в лазняке. Ну, это вот уже слегка ироническое. Осенние строфы. Твоя пора, потешная игра, с теплом отходит лето под экватор, как на гравюрах из времен Петра небесные баталии косматы и бреющие на земле ветра. Весна приходит, лето настает, по-королевски осень выступает и золотом как будто осыпает, но снег вот-вот на голову падет, а королева голая. У меня был такой большой цикл стихотворений под названием «Погудки». Там несколько десятков стихотворений было. Вот одна погудка из него так и называется. Вот со смертью бессмертие шляются. Смерть идет, смерть берет, что попало берет. А бессмертие разбирается. А вот стихотворение, посвященное Александру Ивановичу Янушевичу, отцу, члену нашего содружества, замечательному прозаику Татьяне Янушевичу. И вот он был орнитологом, и как-то в разговоре с ним, зная мое пристрастие к птичкам, значит, тот певчим. Он сказал, говорит, ну, говорит, и сороки поют, сказал он. Так, ну вот и я, значит, написал стихотворение. Ближе к весне и сорока выдает вокализы,
Мне ж безголосому по-настоящему петь случалось нечасто. За душевной дружбе, в любви безоглядной, в неутешном горе, да еще убаюкивая приболевшую дочку. Ноктюрн. У меня ноктюрнов много. То есть я всякий ночной, так сказать, мотив я называю ноктюрном. Ноктюрн, мироздание. Земного переевши хлеба, в иную даль пустился я, но вдосталь нахлебавшись, небо вернулся на круги своя. И на земной своей помойке, порой ночами, трезвый вдрызг, гляжу на завершение стройки, на звездный извести разбрызг. Ну вот, а тут стихотворение с эпиграфом из Геннадия Мартыча Прошкевича. Три века ждет скелет ответа на любовь. При виде женщины красивой я бью копытом мерин сивый, но годы – это недостаток. Тому назад десяток лет, мне сбросить бы годов десяток, я б с нею вышел на паркет. Теперь бы сбросить два десятка, но что для Бога это взятка, когда готов и сотни лет сложить с себя иной скелет. Семистишие, морозец. Засветло осколок луны, и недомолвок полно, а шаг мой хрусток, и воздух сух, сух и колок, от стужи и от елок, от хвойных иголок, и выдох белый сгусток. Семистишие, июнь. Одето лето в ситцевый наряд, в нем нет воображению преград. Глядь, ветерок под платье задувает, подол до неприличия воздевает, случайный примагничивая взгляд. А тот в походке лето видеть рад, коленка о коленку задевает. Ветерок по травке пробежал и лег. Не подвластен правке старческий мой слог. Все путем, все ладом, век бы не менял. Я дышу на ладан, ладан на меня. Яблочный спас. Терновых ягод ночь туманней. Надкушено ли яблоко луны? Надкушено ли справа или слева? Луна растет или идет на убыль? Всегда ли точечно отметишь сердцевину в округлостях грудей под платьем? За нервную листвой я полнолуние не сразу угадал, и захотелось яблоко, нет спасу. Ну вот, все, что я хотел вам отсюда процитировать. Я считаю, прекрасное представление книги, и вообще, когда поэт хороший, настоящий, большой поэт читает свои стихи, это большое удовольствие. Не только для ума, но и для ушей, для эмоциональных своих ощущений. Нет. Ну что будем дальше, Евгений Венедиктович? Ну так может что-то ты скажешь, или Геннадий Мартыч скажет что-то об этом сборнике. У меня есть что сказать. Ну скажи. Сидя это можно сделать. Или а как? Я удобно. Не знаю. Ну да, конечно, вас слышно хорошо. Слышно хорошо. А видно? Я могу видно, встать, да, если видно нормально. Нормально? Да. Хорошо. Значит... Леша, позволь, я тебя представлю. Это Алексей Борисович Птицын. Геохимик классный и довольно известный, и кроме того всего хороший поэт. И плюс к этому один из тех, кто был в самом
начале, в самом основании вот этого замечательного литературного. Вот так. Спасибо. Все правда? Спасибо. Да, только вы где-то в своей речи не упомянули объединение среды, которое было тогда. Вот. А то вы упомянули только БЯФ. БЯФ это газета. БЯФ это газета. Нет, я литобъединение говорил. Я говорил о литобъединении. Да. Я, правда, входил в него, но не вот только сейчас от тебя узнал, что оно называется средой. А собирались по средам, это я помню. Да, собирались по средам, и это литобъединение было официальным, оно было под эгидой комитета комсомола тогда. Правкома? Нет, комсомола. Правкома, объединенного правкома Саранска. Сначала правкома, а потом уже попозже, когда я был комсомол. И там было, значит, вот Геннадий Маркович, Байков, там, Татьяна Янушевич, Захаров Володя. Щеглов. Щеглов, Горбенко. В общем, много было там народа. Но я о книжке. Значит, Владимир Николаевич прислал нам, мне во всяком случае, я думаю, большинство из присутствующих прислал в электронном виде это все. Я, значит, это дело читал потихоньку. Сначала я начал читать так. Ну, у меня была работа, я еще что-то делал в институте. Вот. И как-то не было возможности читать подряд и слитно. Вот. Сначала как-то я думаю, что-то вот не какие-то курсы, что-то. Не нравилось мне сначала. И только когда я начал читать подряд несколько стихов, подряд, вот тогда я понял, что надо читать эту книжку именно так. Когда ее читаешь подряд, то создается впечатление. И вдруг на меня нашло вдохновенное, как там у тебя написано? Чувство нахлынуло. Чувство нахлынуло вдохновенное. И я захлебнулся. Мне очень понравилось. Он захлебнулся. Вот. То есть, вот когда так подряд читаешь, ну я прочел все до конца. Дошел до... Это же Захаровский, да? Послесловие, да. Да, Захаровский. Ну, это я еще пока не прочел. А вот стихи я все прочел. Вот. Ну и еще можно сказать про вот эту даже нашу компанию всю. Если это интересно. Да. Вот, значит, я приехал сюда в 60-м году, в Новосибирск, перевелся. Я поступал в институт в Ленинграде, но поскольку отца пригласили здесь работать, то он, значит, сказал, пусть переезжать в Новосибирск. Я, значит, перевелся в университет и попал вот в эту симпатичную компанию. И это так сильно на меня повлияло, это так мне много дало, что, значит, вот это была хорошая такая закваска. Вот, во-первых, я никогда раньше стихов не писал, до того, как я появился сюда. Ну вот на этом литобъединении сначала какие-то там были такие сырые, юношеские стишки, слабенькие. Вот. Ну, потом стало как-то немножко лучше. Вот. И вот на сегодня у меня две собственные книжки. Ну, в отличие от Байкова, у которого их тьма, этих книг. Вот. Много. А у меня вот только две персональные книжки. Ну, и потом в разных сборниках там, где-то тут, еще там, чего-то еще я тоже публиковался. Причем иногда даже меня публиковали без моего согласия. И такие тоже были случаи. Вот. И вот эта мощная компания, она ведь до сих пор существует. Представляете? 60 лет. А? Почти 60 лет. Да. Вот с 60-го года и по сейчас, шепну, 60 лет существует. И, как ни странно, мы все еще дружим. Пусть Геннадий Маркович. Да, пусть теперь Геннадий Маркович скажет. Геннадий Маркович, скажи пару слов. Я без твоего разрешения даже скажу, Женя, спасибо. Вот я обожаю подобные встречи по одной простой причине, потому что так живешь, причем уже не первый день живешь,
Но я вот тебе сразу сказал, что мы обязательно сегодня услышим что-нибудь новое. Причем новое не обязательно, так сказать, свой личный адрес, а просто о том, как мы живем и как дальше будем жить. Потому что просто на глазах формируется некая мифология, она обтачивается с каждой встречи, все становится утонченнее, возникают люди более крупные, глыбы. Некоторые отходят тень, потому что, ну что, они чем-то могут и мешать. Это очень любопытно, в этом ничего плохого нет, но все-таки вот когда мы ориентируемся, сегодня идет презентация книги прекрасного поэта, тут даже и говорить нечего. И, конечно, больше это связано с этим. Не совсем это не связано с тем, что когда-то он был в газете «Щелчок», был одним из основателей. Да, это повлияло на что-то, но это не означает, что вся жизнь, литературная жизнь Академгородка выросла прямо оттуда. Но какая-то связь есть, несомненно. Вот в этой книге есть еще одна очень привлекательная вещь. Это вот Юрий Кононенков. Вот я всегда путаю с Каненко, фамилию не могу произносить правильно. Кононенков, правильно? Кононенко. Да, Кононенко. Вот его вещи, они всегда действовали не только на Байкова, очень таким странным и необычным, я бы даже сказал, волшебным словом, но уж на что я человек, так сказать, сухой какой-то, в чем-то неприятный. Покупался на эти вещи очень сильно. Вот есть у меня такая повесть, «Румын сделал открытие». Там участвует художник, у которого основной жанр – это вот фаллические вещи такие. Помнишь, у Юры был такой цикл, перелетающий туда-сюда? Он меня совершенно поразил, потому что в жизни иногда становишься свободнее не потому, что прочитаешь там Пушкина какую-то новую вещь или Камю или еще что-то. А когда это вещь, что человек, который живет рядом, он свободно совершенно делает то, что тебе как бы не просто не приходит в голову, а как бы ты себя останавливаешь. Вот Юра был таким. Но я думаю, что и Володя такой же. И Володя такой же, потому что вот эти вот крохотные вещи, я еще Володя считаю эту книжку одной из твоих лучших книг. Это не означает, что как-то ложится тень на что-то другое. Нет. Это настолько открыто, это настолько свободно, что я даже не знаю, с чем это сравнивать. Есть, конечно, аналогии, но они нам не нужны, потому что каждая строка, и вот Алексей правильно совершенно сказал, что читать ее надо сначала и до конца, не пропуская. Я когда тоже PDF-ку получил, пролистнул, посмотрел еще что, заглянул в оглавление, а потом вздохнул, сел и с большим удовольствием прочесал от начала до конца. И думаю, что вернувшись в ближайшее время, я ее освою. И вот прелесть Академгородка, вот его атмосфера, вот эти отношения, они, конечно, невероятны. Я думаю, все мы, так же, как и ты, очень благодарны этому. Но при этом, и это самое главное, что какие бы ни были там наивные, приехавшие из столицы и так далее, у всех у нас за душой, даже в то время, когда мы были совсем молодыми людьми, у нас было что-то свое, иначе мы не были бы интересны друг другу, просто не были интересны, потому что можно встретиться, выпить, рассказать анекдоты, разбежаться, потом через год еще в какой-то компании выпить, это все неинтересно и прочее. Но мы же и выпивали, и говорили. Мы писали эти афиши, которые развешивали с Журавлем и с Горбенко по Академгородку, там кукушка каким-то взором смотрит будущее и прочее. Потом нас вызывали, значит, в парткомы и прочее, говорили, что бы это значило. Ну, мы честно с Щегловым отвечали, а мы сами не знаем. Ну, таких же дураков, ну, что их дальше-то? Сдирали просто афишки и прочее, но это были вот именно те среды. И вот, Володя, ты знаешь, я же очень внимательно, как ты знаешь, чуть не сказал, слежу за твоим творчеством. Нет, я не умею так говорить красиво. Я знаю все твои книжки. Я знаю те книжки, которые могли у тебя быть и которые не появились. Что сделаешь? Я помню, как ты переживала за историю в Новосибирске, когда это было. Это очень... Для автора полезные вещи, уж я-то знаю эти штуки.
И поскольку подошло какое-то время странное, и обстановка, вообще мы все время, всю жизнь жили в какой-то странной обстановке, то мне предложили, в общем, разобрать архивы, с вполне, так сказать, резонными такими целями. Я разбираю свои архивы и вижу, как много любопытного, как много интересного там скопилось. Я же не говорю про папки с письмами от самых разных людей, людей иногда просто замечательных, очень крупных. Но я считаю такими же крупными людьми своих друзей. И меня попросил опять же журнал «Сибирские огни» сделать большую подборку таких писем. Я сделал практически на 5 печатных листов авторских, да. Они появятся, вот, так сказать, в юбилейном месяце в мае. Но одно из московских издательств попросило меня сделать целую книгу подобной переписки. Я могу сказать, что там письма будут и от Ильяна Семенова, и Пикуля, и Валентина Катаева, и Владимира Байкова. Много писем, как ни странно. Не будет писем от Вовки Захарова, потому что чаще были здесь. А затем кончилась эпистолярная эпоха, пришли эти самые машинки наши и исчезла. И вот у меня эта книга, я думаю, будет заканчиваться, она посвящена эпистолярной эпохе, будет заканчиваться где-то началом, скажем, 2003 годом примерно, потому что дальше уже пошла электронка. А это совершенно другое дело, там уже другой подход. Но такую книгу я готовлю, я считаю сейчас, поскольку он лучше знает наверху, сколько нам давать времени, для чего нам работать, я думаю, что поскольку у меня это получается идет, то такая книга будет. Так что, Вова, вот все, что делается в мире, если мы вот в компании где-то как-то соприкасались, это никуда не исчезает. Но написано, так что и тебе пора думать об архивах и что-то там разгрести. Я тебя люблю. Спасибо. Вот, наконец-то, ты сказал дело. Ну, наверное, все. Нам сказали час, а? Можно мне? Давай. Да. Извините, пожалуйста, я хочу немножко улыбнуться. Выступление было, конечно, прекрасное, ваше творчество все оценили высокоценное. Но вот есть такое устойчивое выражение. Вы сейчас выпускаете вашу новую книгу, можно сказать, плавание. Есть такое выражение. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. И отсюда у меня возник вопрос. Когда я увидела обложку и ее название, «Лирические мелочи», она мне как-то сразу что-то вызвала вопросы. Я залезла, извините, в Википедию, прочитала значение слова «мелочи», хотя я догадалась, что оно значит. И, в общем-то, получилось, что мелкая вещь, мелкие объекты, всякая мелочь, способная на что-либо когда-то сгодиться. Редкое свободное время. Дальше. Люди, занимающие невысокое общественное положение. Мелочь пузатая. Допустим, такой, вот в таком она сочетании. Есть народ посерьезнее. Вот. Теперь, значит, синонимы. Мелюзга, копейки, пустяк, ерунда, безделица. Но вы понимаете, вот то, что мы услышали, и услышали отзывы, безусловно, представляет ценность. И вот почему вы выбрали, вот у меня вопрос к вам, вот такой вот, человека некомпетентного, можно сказать, почему вы такое название своей лодки, яхте дали? Вот, вы знаете, великий Катул свою книжку назвал «Безделками». Поэтому это первый раз. Это традиция, многотысячелетняя. А не просто так вот я взял ее из воздуха. Но я не представляю, что Пушкин там или Чучев... И Пушкин тоже... И Пушкин тоже к поэзии относился по-разному. Это привлекает внимание. А? Вот это вот может быть. Карамзина есть. Да, то есть это... Я, так сказать, по... Еще мелочь в кармане есть. Да, по невежности, так сказать, юношеской, да, на фоне мастодонтов,
за 80 лет района 80. Я совсем молодой. Когда, так сказать, Володя кончил университет, я только туда поступил. Мы примерно тогда же и познакомились, как поступил. И разные неожиданные вещи у меня связаны с Володей Быковым. Он меня позвал в общежитие, где он тогда жил. Я поднялся. Он повернул какую-то работу на том самом крыле и говорит: со мной живет Юра Кононенко, а это был Ленин. Но мне стало интересно, он развернул назад, и там действительно был Ленин. Но взгляд у него был как у Чингисхана. Вот когда я, так сказать, дважды прочитал эту книжку, мне захотелось кое-что присвоить. Потом я сверился там с Захаровым и так далее. И то, что передо мной было присвоено, я убрал. Вот. Ну и 63-й год. День раздал все гостинцы походя. Мякоть радости тем, этим кость, а закат точно пышные похороны, и звезда не закрашен гвоздь. Давайте и еще соседнее стихотворение, тоже 63-й год. Твоя единственная прихоть, ты солнца ждешь, хочу и не могу прикрикнуть: остановись, дождь. У меня такое, так сказать, ощущение, что всякие слышащие эти стихи воспринимают их рифмованными. А формально они не рифмованы. Походя, похороны, да? Прихоть, прикрикнуть. А почему это рифма? Не точно. Нет, но свет. Не, она. Не рифма, то литерация. Вот. Нет, вы бросаетесь на защиту. Я восхищаюсь, а вы как будто бы я нападаю. Да? Тут вопрос заключается в следующем. У меня есть статья, математическая, связанная. Нет, ну что он объяснял? С классификацией рифм. Он весь стиховед, то есть не осторожен. Классификация рифм. Вот я это все дело проделал. Так что не надо, причем в точности математически. Не надо гулять. Я тут в свое время мне говорили, что мы отчасти ограничены во времени. Нет. Вот Владимир Федорович хотел попросить слово. Я хочу ему его предложил. Я буду очень краток, поскольку не буду вдаваться в историю, стараюсь говорить как раз о книге. У меня вот тоже впечатление, что эта книга сильно отличается от всех изданных Байковым предыдущих. Не буду, так сказать, по рангу там хуже или лучше, она просто другая. И главное, на мой взгляд, ее, так сказать, достоинство в том, что она представляет нам гораздо шире, гораздо более полном объеме Байкова не только как лирика, но и как вот мастера бурлеска всех жанров. У него там, так сказать, и эпиграммы, и политические сатиры натыкаешься там, и прочие вещи. Мы-то, вот его друзья, хорошо его знаем по тем сатирам, которые он «Красных друзей» писал и пишет до сих пор. А сейчас его с этой стороны могут оценить и вот читатели этой книги. И вот по разнообразию представленных вещей это очень широкая палитра, поскольку чисто в смысле видов поэтики.
поскольку мне кажется, что в связи вот с этим разнообразием можно уже увидеть Байкова не только даже как поэта, и как личность. Ну и поэтому я хочу закончить тоже миниатюрой. Его миниатюры включили все формы, жанры и стили. Только сонета нету. Впрочем, почему же нет? Два семистишия, вот и сонет. Ну, на этом, наверное, мы закончим нашу сегодняшнюю. Я благодарю всех. Мне кажется, наше общение было ностальгическим, приятным и, самое главное, по очень хорошему поводу. По выходу в свет книги, которая действительно, на мой взгляд, является прекрасным, полным, светлым литературным лицом нашего общего друга Владимира Николаевича Байкова. Я хотел бы в заключение выразить благодарность Татьяне Геннадьевне Марковой, которая, значит, вот это все мероприятие, это событие создала. Да, вот. Большое спасибо. Спасибо, да. Вам всегда готовы. Татьяна Геннадьевна, еще раз большое вам спасибо за наше сотрудничество. И мы очень надеемся, что оно будет продолжаться.